С вами Андрей, компания «Новая Эра». Сегодня я хочу показать, что такое качественный ремонт ванны и в туалете. Что такое качественный ремонт? Качественный ремонт – это качественно уложенная плитка. Обратите внимание, как она здесь уложена. То есть мы видим, что плитка не пляшет, не падает ни в одну, ни в другую сторону. Идеальная плоскость. Очень важно обратить внимание на швы. То есть они ровные, они органичные. Хотя плитка это была не идеальная, и нам приходилось на станке еще очень много плитки подгонять, практически все. Панно, оно очень сильно отличалось от базовой плитки. Также темный тон отличался от светлой. В общем, качество плитки, честно говоря, не очень, но все же мы выдержали хорошее качество. Даже получается, имея материал не очень. Ну, о плитке все. Далее. Это правильно разведенная проводка, это надо учесть на первых этапах ремонта, когда только все начинается. Обратите внимание, как установлен смеситель, нет никаких труб, нет никаких зазоров, идеальная установка смесителя, что говорит о высоком качестве исполнения. Есть технологические люки, с помощью которых можно смотреть и обслуживать арматуру слива. Далее, полотенцесушитель. То есть у нас за стеной там находится железный стояк, на нем были приварены отводы, все это четко рассчитано, что с учетом укладки плитки, установки полотенцесушителя, мы не видим никаких черновых труб, мы видим только полотенцесушитель и отражатели. Это очень важно, это еще раз подчеркивает именно качество исполненной работы. Также мы здесь видим аккуратно сделан отвод под стиральную машину и канализационный слив. Соответственно, розеточка тоже под стиральную машину. Обратите внимание, что при ремонте данной ванной комнаты не использовались в углах, в наружных углах, внутренних пластиковые углы. Мы их стараемся не использовать, это, конечно, уже по желанию клиента. Это аккуратней, это лучше, потому что, ну, все-таки использование пластиковых углов, оно спасает мастера от небрежности, честно говоря. Вот так вот у нас установлена ванна. Здесь сделана вот такая вот полочка. Ванна 1,70 м, у нас здесь 1,80 м. И вот сделана полочка для того, чтобы можно даже было, в принципе, стоять какие-то предметы. Установлен умывальник, шкафчик. Шкафчик имеет подсветку, это тоже очень удобно. Розетку 220, под бритву, под фен. Далее у нас туалет. Сейчас немножко о безопасности самого водопровода. Как правило, в централизованном водопроводе, вот здесь, где проходят стояки, давление, оно 4-5 атмосфер, ночью доходит до 7-8. Вся современная сантехника, она рассчитана на 2,5 атмосферы. То есть, когда она находится под таким высоким давлением, как 6-7 атмосфер, а то и больше, мы держим ее в состоянии вот-вот, как сказать, взрыва, аварийного случая. Для этого наша компания ставит один из простейших вариантов, это вот такие вот датчики, понижающие давление. Редуктора. Эти редуктора, они настроены на сегодняшний день на 1,5-2 атмосферы, имеют заводскую настройку, и, соответственно, со стояков они подают давление всего лишь 1,5-2 атмосферы. Соответственно, и в ночное время, и когда нас дома нету, наша сантехника находится в безопасности. Вот. Здесь как раз у нас сделаны короба, и четко видно, что мы не применяли здесь пластиковых углов. Плитка здесь заточена 45 градусов с помощью специального станка и затерта затиркой. Обратите внимание, насколько аккуратно это сделано. Вот. Также хорошее качество укладки плитки. Мы смонтировали также натяжные потолки. Единственное, что вот сейчас в этих санузлах у нас не сделаны именно вставка, такой так называемый мини-плинтус. Ну вот буквально будем во всей квартире ставить и поставим здесь. Вот. Здесь мы видим инсталляцию, то есть здесь фальш-короб, в нем находится арматура инсталляции. Ну, в принципе, наверное, все. А о санузлах
Как должен выглядеть ваш санузел после того, как вы обратились к мастерам и вам сделали ремонт. Всего хорошего. С вами была компания «Новая Эра». Андрей. До свидания.